Құрметті қазақ елі, мынандай сатқындар, мынандай сатқын судьялар Қазақстанды провоцировать етіп отыр, осындай халықтың наразылығына. Аблязов провоцировать етіп отырған жоқ, мынандай судьялар, мынандай прокурорлар провоцировать етіп отыр халықты. Көрдіңіздер ме? Құрметті халық, осындай жағдайлармен халықтың наразылығы болғандықтан мен емес, мынандай судья, мынандай прокурорлар. Назарбаев, Тоқаев, сендер тұрған кезінде Қазақстанда ешқашан демократия болмайды. Мынандай әділсіз судьялар тұрған кезінде. Бұнда ешқашан ел дамымаймыз біз алға қарай. Ертең Қытайдың құлдары боласың. Қазақтар. Не позорьтесь, вообще не надо читать. Снимите вон майки, идите, корову даете. Вексин, позорьтесь. Какое постановление? То, что ей позвонили сверху, она читает. Уже с готовым решением суда там была изначально. Не позвольте, вообще не читайте. Решение суда уже было готово изначально. Ну тогда не позвольте, а не мальчик, что не позвольте. Тез соттыңыз, тез соттағы соттыңыз, тез, выведите его сюда, дал сюда, ну чего он делает здесь? Идите, свой фартук оденьте на кухне, будьте как женщина, а не как не знаю кто, в этой мантии. Что вы из себя представляете, зачитывая вот это? Макс, на уже соттыңыз, шынды? Сіз кім соттыңыз, шынды? Да, расстреляйте, давайте его, расстреляйте. Ну позвольте, говорю, идите вот, снимите мантию, идите работайте, наяркой лучше. Или полумойте вообще. Какое вы постановление решаете? Вам приказали, вы это делаете, больше ничего не делаете. Вы докажите мою виновность сперва. Ялмай қандай ғалдан ялташы құқыға. Масқара ғойна, не істеп отырсыз? Сен ендіп, сен балаларың, немерелерің осындай. Құлдықта жүреді еркен. Қайда құл болсын сенің қызың, именно сенің қызың. Құл болып олың, құл болсын саған. Позор, 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 позор. Судьи, давно уже в постели, уже ты с мужем, а не здесь. Я 15 суток жалоб писать на, ебмая на. Да, не стеется, да, синдина. Хашан бдит на, хашан тохтает на беспредел на. Хашан уйонат на казахтарнах. Да, сейчас я твою жена. Ё-моё на.